Бендеры. С конечной по Лазу отправляется необычный троллейбус. Это бесплатная экскурсия по городу для всех желающих. Троллейбус памяти. Так назвали эту поездку организаторы. 11 километров за 1,5 часа. От стелы «Город воинской славы» до «Вечного огня». Из центра через Солнечный до площади героев. Память о заслугах защитников города в годы Великой Отечественной и Отечественной войны 1992 года в Бендерах. В 2012 году был открыт памятник воинской славы. Сейчас справа от нас вы видите этот памятник. Кроме исторических фактов, в салоне троллейбуса звучат стихи. Твардовский, Симонов, Фисаковский. Их читают правнуки Победы. Пой, гармоника, вьюги на зло, заплутавшее счастье зови. Хорошо, что мы проводим такие экскурсии, чтобы как-то описать свой город, можно было бы понять его историю, рассказать об этом людям. И это как бы приятно каждому, и тем, кто рассказывает, и тем, кто слушает. Историю надо знать, понимать и учиться на ней. Пассажиры троллейбуса узнали об экскурсии из соцсетей. Некоторые присоединялись прямо на остановках. Для меня было приятной неожиданностью сесть в троллейбус, услышать прекрасные стихи о нашем городе, об освобождении когда-то нашего города, о том, что у нас есть такие прекрасные памятные места, и мы сохраняем и хотим передать это своему будущему поколению как наследие о тех событиях и память обо всем, что было, об освобождении нашего города. Я очень хотела попасть на эту экскурсию, потому что я думаю, что это очень интересно. Нужно знать памятные достопримечательности города. Мне хотелось побольше о них узнать. Очень правильно и очень познавательно для нас, для всех. Ну, желательно почаще таких дней, только в праздники, в такие дни тоже. За выходные троллейбус памяти совершил 5 экскурсий по Бендерам. Исторические поездки уже намечены и на следующий год. К тому времени историки обещают увеличить маршрут и добавить еще интересных фактов.